Привет всем, с вами Джексон, и сегодня будет обзор такого телефона, как Nokia 206 Dual SIM. Вот такая вот у него коробка, она довольно-таки маленькая, вот размером примерно вот с мою руку. Вот как она спереди выглядит, у нас тут Nokia Dual SIM. Тут какие-то краткие характеристики, нарисованы две сим-карты, камера и Bluetooth. На картинке у нас изображена розовая Nokia, желтая и голубая сбоку. Странно, почему розовая, хотя в комплекте у нас и получается белая Nokia. Мне, по-моему, немного поскупились они, поскольку могли бы каждый телефон, допустим, на обложке окрашивать определенным цветом. Ну, как бы это не критично, но все равно было бы мелочь, но приятно. Далее у нас тут, как видите, написано вот White, тут написано сети работы. Так, у нас тут есть два IMEI, оба IMEI получается... Два IMEI, поскольку у нас две сим-карты. Две сим-карты, два IMEI. Так, у нас тут написано название и написано Made in China. Ну, в принципе, сделано в Китае, а что сейчас делается не в Китае, так скажем. Далее у нас тут написаны краткие характеристики. Это у нас флешка до 32 гигабайт, 20 часов разговора, 680 часов просто в ожидании. Так, далее у нас тут написано GPRS, Edge Connection. Далее у нас идет 3.5 коннектор, это получается для наушников. Так, 6 сантиметров экран, 2.1 Bluetooth, Nokia Express браузер. И тут нарисованы 5 видов окраски. Это получается у нас голубой, розовый, белый, черный, желтый. И больше тут никакой полезной информации у нас нету. Так, тут нету, тут нету. Тут написано так, Easy Swap Dual SIM. А, ну у нас 2 сим-карты. 1.3 мегапиксель камера и 2.1 Bluetooth. И давайте откроем, посмотрим, что у нас внутри. Внутри, конечно же, первое, что мы видим, это телефон. Он такой у нас в белом окраске. Давайте его отложим пока что в сторону. И давайте посмотрим, что у нас в комплекте. Далее у нас идет такие вот наушники, самые простые наушники от Nokia. Тут у нас вот вход. И вот такая вот гарнитура без кнопки, просто микрофон и наушники. Я не знаю, это самая такая простая гарнитура, от нее толку нету, я ей не пользуюсь, она просто лежит в коробке. Далее у нас идет вот такой вот зарядник, обычный зарядник от Nokia. Я знаю, что он так неаккуратно сложен, поскольку просто-напросто, ну, мне было лень складывать, я не знаю, как он вначале был. Я телефоном уже пользуюсь около 2 месяцев, поэтому... Я вам уже могу рассказать о небольшом опыте использования. Далее у нас вот такая вот инструкция на разных языках, которую, конечно, никто, наверное, не читал. Идет вот такой вот аккумулятор нокиевский. Так, давайте посмотрим его название. BL4U на 3,7 вольта и объемом у нас получается 1110 миллиампер. Так, далее у нас тут гарантийный талон. И все, в коробке больше ничего нету. И давайте посмотрим на сам аппарат. Сам аппарат из себя представляет вот такой монолитный блок. Как видите, белого цвета. Я взял именно белого. У меня была возможность еще взять черного. Другие цвета мне не интересны. Черный цвет я взял только потому, что у него передняя часть глянцевая и черный. Очень сильно на нем видны отпечатки пальцев, особенно жирными следами. И это выглядит не очень красиво, поэтому это мне не понравилось. Поэтому я такой телефон не взял. Я им пользуюсь уже, как я сказал, 2 месяца. Как видите, он, ну хотя я пользуюсь все время, не знаю, все время у меня в кармане. Я его так достаю не особо часто, но получается, что он идеально чистый, как бы на пластик всегда попадает даже какой-то там, допустим, у меня руки были грязные или что, он, это легко все оттирается. Пластик у нас сзади такой приятный на ощупь, не софт-тач, но тоже приятный. Давайте откроем, посмотрим, что у нас внутри. Внутри у нас аккумулятор. И у нас, давайте покажу, как установлены сим-карты. У нас поскольку 2 сим-карты, есть этот телефон в 2 вариациях, с 1 сим-картой и с 2 сим-картами. Когда у нас идет одна сим-карта, у нас вот этого вот разъема нету. И давайте посмотрим, вот эта вот простая сим-карта, это достается она обычным способом, как на других телефонах. Далее у нас вот такая вот сим-карта, которая достается сбоку, и она поддерживает функцию горячей замены. То есть, время, когда телефон включен, вы можете достать свою сим-карту. Но ее доставать намного очень неудобно. Я даже могу сказать, что, я не знаю, человеку с короткими ногтями это почти нереально. Особенно, если надет вот этот вот защитная вот эта задняя крышка, то это вообще достать очень-очень трудно, и лучше ее снять. Далее у нас тут сбоку расположено, давайте я вставлю сим-карту, чтобы не ошибиться. Так,
опять же говорю, очень трудно вставляется. Вот так. Далее у нас тут расположена microSD карточка. Вот она вот так вот в бок вставляется. С ней проблем нету, достается легко, но мне непонятен факт того, что почему, вот допустим, вот закроем, да, крышку телефона, почему для симки выведен отдельный вход горячей замены, хоть и флешка тоже поддерживает горячую замену, почему для нее не вывели отдельного входа, или это не считается как основная функция, поэтому, наверное, для нее основного входа не выделили. Давайте вставим аккумулятор. Больше тут рассматривать нечего, хотя давайте вот у нас тут есть еще динамик, он довольно-таки громкий и очень хорошее чистое звучание. Далее у нас тут камера на 1,3 мегапикселя, в общем-то камера не очень, но в принципе за ней имеем ничего, хотя бы это. Так, давайте соберем и давайте посмотрим его внешне. Сверху у нас два входа, один у нас для наушников, второй для зарядки. USB этого телефона, как вы знаете, наверное, нету, поскольку USB у этого телефона нету, то его к него нельзя перепрошить, допустим, его, допустим, на заводе, как я могу сказать, как он прошивается. Получается, что батареи достают, вместо батареи вставляется специальный блок, и он служит как USB, и там при помощи специальных программ можно зайти на телефон. А так основного USB у него нету. Так, снизу у нас динамик, тут камера, тут у нас слот для горячей замены сим-карты. Сверху у нас динамик, Nokia, тут у нас вот микрофон в углу. Вот такая вот клавиатура, давайте пока что его включим. Клавиатура у нас на английском языке, я немного пожалел, я хотел заказывать на русском, ну ладно, хотя бы такая, но я немного ошибся, но скорее всего там есть с нормальной раскраской, ну я чуть-чуть тупанул. Он у нас включается. Такая вот еще раз клавиатура. Внешне ничего такого особенного нет. Так, тут наставляем время, так у нас получается сколько, 21.05 выставлено, поставим 21.48. Так, сколько там, нет, не 18, а 48. Вот так, сохраняем. Все. И вот это вот у нас основное меню, как видите, вот как оно выглядит. Тут у нас отображается, что у нас две сим-карты, давайте я немного вот поближе поставлю, чтобы вам было видно, как это все происходит. Так, две сим-карты, как вы видите, молчал, если вы скажете, что я живу в Молдове, вы меня не удивите. Так, время, музыка, радио, мы можем между этими переключаться, вот тут время выставить, можем, тут наша музыка, радио только с наушниками. Тут у нас есть мелкие подкатегории, это у нас уведомления, камера, Facebook, интернет и магазин Ови. Я не знаю, что там можно купить, я туда по-честному никогда не заходил. Нажимая на тут, где две сим-карты, можешь выбрать приоритет сим-карт. Но я этим не пользуюсь. У меня одновременно работают две сим-карты. Так, выходим из этого меню. Да, заходим в основное меню. Тут у нас есть, ну, стандартные, по сути, функции. У нас получается календарь, контакты, музыка, интернет. Блин, я извиняюсь, вам плохо видно, поскольку моя камера не хочет нормально фокусироваться. Ну, ладно. Так, назад. Интернет, сообщения, фото, магазин, чат, параметры, диспетчер сим-карт, тут опять же выставляется приоритет, и тут у нас счетчики, две сим-карты, можно между ими менюшками переключаться, приложение, подарок какой-то непонятный, параметры, и в общем-то тут больше ничего нету. Давайте сначала начнем, наверное, с фото. Так, камера, у нас есть вот эта вот инструкция, давайте ее сфоткаем. Так, давайте ее увеличим. И вот, в принципе, как выглядит. Ну, в принципе, камера не прям очень плохая, но, в принципе, пользоваться ей можно. Как видите, нам довольно-таки не прям очень все так плохо, но все равно не то. 1,3 мегапикселя мелковато, тем более, учитывая, что модуль камеры стоит недорого, они могли бы засунуть сюда немного что-нибудь получше. Видеокамера, я даже разговаривать о ней не буду, у нее качество разрешения вообще ужасное, я не знаю, на нее... Не знаю, что на нее возможно снимать. Это вообще бесполезная вещь на этом телефоне. Ее могли бы просто-напросто убрать. Далее у нас идет музыка. Вот моя музыка, радио. Давайте откроем проигрыватель. Ну, тут динамик, как я говорил, довольно-таки громкий. Не знаю, мне нравится, очень чисто звучит, по-моему. И
довольно-таки громкий динамик. Ну, музыка не самая подходящая для его проверки, поскольку музыка сам по себе. И у меня неожиданно села память на моем записывающем устройстве. И, в общем-то, в принципе, мне больше и нечего вам, по сути, показать. В телефоне нету других функций, таких, которые могли бы вас впечатлить. Функции все стандартные, так скажем, нокиевские. Камера тут, как опять же повторюсь, не очень. Звук очень довольно-таки хороший. Тут нет USB. И могу сказать, у телефона есть серьезный минус. Это то, что у него глянцевая поверхность. Она очень легко царапается. Особенно то, что я его ношу небрежно, так скажем. Я иногда, бывает, бросаю, там, я не знаю, в кармане все время ношу. Поэтому переднее стекло уже довольно-таки серьезно зацарапано. Я не знаю, вам, вам на камере этого не будет видно, поскольку камера искажает немного свет. И поэтому вам не видно тех царапин, которые на данный момент я вижу. Ну, в принципе, они тоже не очень глубокие, не серьезные, но все равно они есть. И это уже довольно-таки неприятно. И все-таки целое мнение о телефоне. Очень хороший бюджетный телефон, учитывая, что стоит он недорого. Функции все основные у него есть, как для телефона. Также можно заходить с него в интернет, но поскольку у меня нету сейчас денег, я не могу заходить. И, в общем-то, с вами был Джексон. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это вот мой телефон Nokia Asha 206 Dual SIM. И, в общем-то, пока.